Сегодня 12 декабря 2012 года. Около здания городского суда идет пикет. Сегодня рассматривается дело Гинаяна, кафе «Отдых». Всем там находится у нас огромный замок с злачным местом, называющимся кафе, где продают алкоголь, спиртное. Цель акции — убрать все питейные заведения с территории детского парка культуры и отдыха и превратить в парк место отдыха, а не злачное место. Информация для тех, кто не в курсе по ситуации. Ранее, в начале 2000-х годов, в парке стояла просто палатка со шашлыками. И эта палатка выросла до размеров огромного замка, что вызвало массу недовольств у горожан, возмущений, то, что люди приходят парк культуры и отдыха отдохнуть с детьми, а натыкаются на алкашей, пьяных, распивающих пиво, водку и так далее. Все пока идет спокойно, но я думаю, ребят трогать никто не будет, потому что они выражают свое мнение, а они не призывают к какому-то насильственному действию. Все будет хорошо. Дело ведет судья Ханова. Внутри суда съемочная группа с местного телевидения пытается пройти, получить комментарии от судьи, но им пока вроде не дают. А, вроде бы прошли. Да, прошли. А вот, собственно, парк. Вон тот замок. В кустиках стоит, в деревьях. Мы тоже присоединились к акции и повесили плакат на своем офисе. Вот так вот. Правда, лозунг немножко веселенький, но все равно.